Если кому-то еще недавно казалось, что венесуэльский президент Мадуро без пяти минут беглец со своей родины, а его режим под натиском многотысячных акций протеста вот-вот падет, то этого не произошло. Мы всегда себя чувствуем очень комфортно в Москве. И всегда рады быть здесь. Он по-прежнему президент, и все это благодаря помощи и поддержке Кремля. Я думаю, что мы доказали, что мы можем совместно преодолевать любые трудности. Любые трудности — это вспыхнувшие в начале года в Венесуэле народные волнения против нищеты и тотальной коррупции чиновников, когда депутаты Национальной ассамблеи из-за фальсификации на президентских выборах отказались не только признавать Мадуро избранным президентом, но и выдвинули из своих рядов в качестве нового лидера страны председателя парламента Хуана Гуайдо. И его избрание временно исполняющим обязанности президента сначала поддержали в США, а затем и правительство еще 52 стран, включая государства Евросоюза. Солдаты, час пробил. Настал момент продемонстрировать вашу поддержку Конституции и переменам. Для ваших семей, вашей страны и к чести венесуэльских вооруженных сил я обращаюсь к солдатам. Мы не просто просим вас уважать Конституцию, не просто просим каждого солдата, каждого военного, каждого спецагента не стрелять по демонстрантам. Не только. Мы говорим вам, для вас найдется дело возрождения Венесуэлы, как и для всех нас. Вот тогда на улицах Каракаса тысячам людей и стало казаться, что до этого возрождения Венесуэлы рукой подать. Да и некоторые военные были вроде как не против перемен в стране. Я признаю Хуана Гуайдо временным президентом Боливарианской республики Венесуэла. 90% вооруженных сил не поддерживают диктатора и стоят на стороне народа. Мои товарищи по оружию, я призываю вас не отворачиваться от народа Венесуэлы. Прекратите угнетать людей. Если вы боитесь присоединиться к протестам из-за бесчисленных угроз, жертвами которых стали все в армии, лучше оставайтесь дома. Но Мадуро не для того пошел на новый президентский срок, чтобы потерять власть, а уж тем более, чтобы передать ее оппозиционеру. Обвинив в создании политического кризиса американцев, он обратился за помощью к России, и эта помощь была получена. Москва не только выступила на стороне Мадуро, уверяя мировое сообщество, что именно он легитимный президент, но и помогла убедить в этом правительство еще 20 стран, среди которых был Иран, Турция, Куба, Никарагуа и Беларусь. Какую Москва оказывала властям Венесуэлы помощь, помимо дипломатической, остается за кадром. Но армия так и не перешла на сторону лидера оппозиции, а массовые акции протеста в последние месяцы сошли на нет. Переворот, который они предприняли, уже провалился, и они это знают. Здесь правит революция, и мы продолжим править. Сегодня в Москве, судя по официальным сообщениям, обсуждали и осуждали вмешательство третьих стран во внутренние дела латиноамериканских государств. А президент России давал публичные наставления о том, как же важно для властей вести диалог с теми, кто находится в оппозиции. Безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, ваше правительство ведет с оппозиционными силами. Любой отказ от диалога мы считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения. На этих словах и завершилась протокольная съемка встречи Николаса Мадуро с Владимиром Путиным. Дальше уже не публично, а за закрытыми дверями между делегациями двух стран, как передают информационные агентства, шла речь в том числе и об экономических, а если точнее, масштабных бизнес-интересах России в этой латиноамериканской стране. Дмитрий Новиков, телекомпания RTV.